Господин Киган, в письме я объяснил вашим родителям, почему вас отчислили. Это ненормально. Вы ненормальный. Из-за вас одни неприятности. Мне задают вопросы, закрываем ли мы границы, уходит ли страна на карантин. Ничего, не бойся, сынок, все будет хорошо. Сомневаюсь. Вакцины нет. Поезжай в свою школу и дождись меня там. Я вернусь домой. Обещаю. Ли Киган? Сэр? У вас второй шанс. За нами гонятся. Спрячьте нас. Где они? Яблочко! Надо ехать в город. Есть кто? Бери лекарства. Не светитесь. Моя дочь здесь? Нет. Мы никого не тронем. Сюда нельзя. У вас сутки, чтобы привести ее к нам. Окружить школу. Никого не впускать и не выпускать. Если они войдут, заберут у нас все до последнего. Думаешь, ты тут главный, да? Так ответь. Что нам теперь делать? Школа нас защитит. Клянусь, надену твою кожу, как комбинезон. Так, все в главный вестибюль. Все, за мной. Школа отменяется навсегда. Главное для твоей мамы, чтобы ты выжил. Ты чего? Да я думал... Нет.